Как быстро и просто удалить суперклей, если капля попала на кожу рук или на одежду? Сегодня расскажу вам хороший лайфхак, который меня всегда выручает, если случается непредвиденная оплошность. Я, конечно, не часто пользуюсь суперклеем, но иногда бывает, он необходим. И как-то случилось со мной такое, капля клея попала на руку. Клей тут же закаменел, и отмыть руку мылом или просто водой было просто нереально. Пальцы слиплись, кожа склеилась, клей тут же затвердел. Кто пробовал так делать, тот знает, насколько это неприятно. Помню, тогда я долго мучилась, чем-то терла, скоблила и отдирала чуть ли не с кожи этот клей со своих пальцев. Гораздо позже я узнала, как легко можно было справиться с ситуацией. Убрать суперклей, который случайно оказался на руке или на одежде. Помочь вам могут два средства. Расскажу об обоих способах. Вы сами смотрите, какой вам больше подойдет. Как удалить суперклей с кожи рук? Если капля суперклея попала вам на руку, возьмите растительное масло. Я использую ватный диск и аккуратно прикладываю к месту, куда попал клей. Можно просто капнуть масло на руку, но смотрите, не облейтесь маслом, а то потом придется жирные пятна с одежды выводить. Прикладываю ватный диск, смоченный растительным маслом, и держу 2-3 минуты. Все, суперклей легко отходит от кожи. Остается только промыть руки водой с мылом, и следа от суперклея на коже не останется. Как убрать суперклей, если он попал на одежду? Здесь уже нам масло не поможет. Может, клей оно уберет, зато жирное пятно на вещах оставит. Поэтому берем жидкость для снятия лака и наносим капельку на место, куда попал клей. На ваших глазах суперклей просто растворится. Хороший способ, которым я пользуюсь неоднократно. Так что не спешите ничего отдирать, скоблить. Все удаляется легко, просто и без усилий.